Привет зрителям. Вот второй дом Новочеркасске. Второй дом Новочеркасске. Отлитый в несъемную опалубку из волгодонского СЦП. На этот раз двухэтажный. С пенобетона D600. Оборудование Сармат Торнадо. Этот дом 2 или 3 года назад его строили. Я тут был, наблюдал процесс строительства. Здесь нет ЖБ каркаса, просто армированный каркасами арматурными пенобетон. Здесь, если видите, сейчас попытаюсь увеличить. Вот блестящие штучки. Это местный умелец, фамилию напишу под этим видео, запатентовал систему крепления цепощементных плит. Она отличается от системы Velox и от системы, которую предлагает сам волгодонский комбинат. Ну, все это сделано для ускорения. Как эта стяжка выглядит, я показать не могу. Может, потом сниму про это отдельное видео. Чем этот дом необычен? Ну, смотрите, здесь пенобетонные перекрытия армированные по профнастилу, пролетом 7,5 метров, армированы только арматура, никаких там нету швеллеров. Также не застал хозяев. Люди еще не живут здесь. Но никаких трещин, расхождений нету, хотя плиты вот имеют стык без пересечения. Вот сейчас покажу. Дом построили где-то в районе месяца, стены. Причем это было минусовую температуру, я тут присутствовал. Оба дома возведены под руководством Виктора. Фамилию я напишу под видео. Под видео я фамилию напишу. Кстати, я показывал видео о том, как себя ведет ОСП. Вот смотрите, с обрезков плит люди сделали дорожку. Вот она года 3 точно здесь лежит. Кое-где механически она поразрушалась. Но, смотри, она крепкая плита. Но механическое разрушение это от того, что основание зыбкое было. Она, вот смотрите, даже кусочки отломить. О, нет, кусочек можно отломить. Если плита не испорченная, ее не отломишь. Вот дорожка из СЦП волгодонского. Оригинальная. И ничего отличается от ОСП ему не стало. Ногой ничего не вытесывается. Еще раз повторюсь, в обоих домах я попасть внутрь не смог. Я живу в другом городе, порядка 110 километров от Новочеркасска. Поэтому снимаю как есть. Я сейчас оставлю записку хозяевам одного и другого дома с просьбой об разрешении на съемку внутри. Кстати, вот геометрия видна дома, четкая. Если люди разрешат снять, я сниму внутреннее состояние пенобетонного монолитного дома. Повторяюсь, без ЖБ каркаса. 2 этажа. Толщина стены 400, пенобетон D600. Б где-то от 1 до 1,5, я думаю. Но это не точно. Все.